Привет, меня зовут Ифи, и я фармацевт в Мегаид Компаундинг Фармаси. В этом видео я объясню, как использовать компаунды Мегаид для лечения грибка ногтей. В вашей коробке может быть несколько рецептов, предписанных вашим врачом. Вы можете получить препарат для утреннего использования, оно будет во флаконе с пипеткой. Для вечернего использования вы получите препарат во флаконе с кисточкой. Сейчас я объясню, как использовать каждое лекарство. Во-первых, я объясню, как использовать лекарство для лечения грибка ногтей для утреннего использования. Перед использованием препарата обязательно наденьте перчатки. Хорошо встряхните перед использованием. Открутите верхнюю часть бутылки и нажмите на черный резиновый носик. Это позволит средству попасть в пипетку. Затем нанесите лекарство на каждый пораженный ноготь. Обязательно тщательно втирайте в ногти. Сейчас я объясню, как использовать лекарство от грибка ногтей для вечернего использования. Он будет поставляться с кисточкой. Также хорошо встряхните перед использованием. Откройте флакон с кисточкой и нанесите препарат на каждый пораженный ноготь. Чтобы достичь максимального эффекта от вашего лечения, всегда следуйте своему рецепту. В противном случае, это может снизить эффект терапии. Не прерывайте лечение без консультации с врачом. Всегда держите лекарства подальше и вне досягаемости и зрения детей. Учтите, что требуется от 1 до 4 дней, чтобы местное лекарство оказало полный эффект. Лекарство Мегаид Компаундинг соответствует рекомендациям USP, поскольку это относится к дате выхода за пределы использования, которую вы можете найти на этикетке. Использование лекарства после истечения срока годности может снизить его эффективность. Координатор по уходу за пациентами свяжется с вами через 2 недели после получения соединения, чтобы обсудить эффективность вашего лечения. Спасибо за просмотр и за выбор Мегаид Компаундинг Фармаси. Работаем вместе ради здоровой жизни.